Ну а скачать игру на свой телефон, в которую я играю, вы можете по ссылочке в описании. Также вы там найдете мой промокод, который даст вам приятные бонусы на старте игры. Всем привет, любители криминала, и добро пожаловать на рубрику, в которой я пытаюсь скупить весь авторынок. В прошлом видеоролике я скупил все машины марки BMW. Давайте не будем далеко ходить, и в этом ролике попытаемся скупить все машины марки Mercedes. Начинаю с авторынка низкого класса, и вот я уже вижу первый Mercedes. Цена? Блин, 550, беру, тебе 500, это оказался мой подписчик, и он мне отдает свой Mercedes за 500 тысяч рублей. Игрок Денис Коронов предлагает вам купить автомобиль Mercedes-Benz W124 за 500 тысяч рублей. Кстати, есть прошивка дрифт. Покупаем. Дениске передаю привет, и ребятки, у нас есть первый Mercedes на сегодня, залетает к нам в копилочку. Мне он не нужен, и я сливаю его в гос за 220 тысяч. Вот, ребятки, еще один Mercedes, который он продает за 460 тысяч. Покупаю. Тихо, здорово. А ты откуда он такой Мерс заработал? Здорово, здорово. Здорово. Такой Мерс, короче, знаешь что? Блин, а у тебя Мерс есть? У меня другой аккаунт, меня тут забанили, не знаю за что. У меня 390 тысяч, я могу тоже купить Мерс, если найду. Блин, все, продажа отменяется. Короче, ребятки, вот этот вот Миха встретил своего друга и отказался продавать мне Мерседес. Но ничего страшного, я вот вижу здесь еще один Мерседес. Цена? Продам Мерседес недорого. 600к торг есть. Гоу! Игрок Леонид Сарангин предлагает вам купить автомобиль Mercedes-Benz E420W210 за 600 тысяч рублей. Прошивок никаких нету, но все равно покупаем. Еще один Mercedes залетает к нам в копилочку, и я его точно так же сливаю в гос за 350 тысяч. Тем временем тут подъехал еще один точно такой же Mercedes. Цена? Чего вам? 800. Ни хрена себе он задрал цену за этот Mercedes. Я его только что купил за 600 тысяч. Прошивки есть? Спорт и нитро. Ладно, ребятки, пока что не буду покупать этот Mercedes. Тут вот рядом подъехал Максим Ватер, и давайте спросим, за сколько продает он. Цена? 370. Беру. Вот за 370 это норм. Вот это вот по-пацански. Игрок Максим Ватер предлагает вам продать Mercedes-Benz W124 всего лишь за 370 тысяч рублей. Покупаем. И, ребятки, сразу же я сливаю эту тачку в гос, потому что она мне не нужна. Короче, меня тут уже встретили подписчики. Всем, ребятки, передаю огромный привет. 700. Короче, ребятки, я сторговался на этот Mercedes и сейчас заберу его за 700 тысяч. И если я не ошибаюсь, это последний Mercedes на авторынке не низкого класса. Игрок Хамид Магнат предлагает вам купить автомобиль Mercedes-Benz E420W210 за 700 тысяч рублей. И он нас не обманул, здесь действительно стоит прошивка спорт. Покупаю. Ну и как все остальные тачки, я точно так же сливаю его в гос за 350 тысяч виртов. Считай, на 50% я ушел в минус. И, ребятки, как я вам и говорил, это был последний Mercedes на авторынке низкого класса. Больше Mercedes'ов на данный момент здесь нету. Есть BMW, есть Lada, а Mercedes'ов больше тут нету. Именно поэтому мы движемся дальше и отправляемся на авторынок среднего класса. Ну а, ребятки, совпадение это или нет, на авторынке среднего класса в данный момент нету ни одной машины марки Mercedes. Здесь куча BMW, есть Nissan Skyline и какие-то Subaru, а Mercedes'а в данный момент здесь нету. Поэтому идем на авторынок высокого класса, где я могу потратиться очень-очень сильно. Надеюсь, здесь не будет геликов. И, ребята, только я понадеялся, что не будет геликов, а их здесь целых два штуки. Цена? 28к! Торг! Нифига себе, сколько он хочет денег за гелик! Тут подъехала еще акула, давайте узнаем, за сколько он ее продает. Цена? Предложи! Назови свою цену. За сколько возьмешь? 6 торг! Го за 6! Игрок Томми Кук предлагает вам купить автомобиль Mercedes-Benz GT63S за 6 100 000. Никаких прошивок на ней нету, и придется мне ее покупать.
И, ребята, первый Мерседес с авторынка высокого класса залетает ко мне в копилочку. И этот Мерседес я продавать в госку не буду, а оставлю его себе, разыграя его для вас на стриме. Тут подъехал еще один Мерседес ГЛС, давайте спросим, за сколько он его продает, но мне уже страшно. Цена 10. Офигеть, ребятки, просто офигеть. Беру. И, короче, ребятки, этот чел сначала ушел в АФК, а потом вообще лофнулся из игры. И, ребята, здесь есть очень много Мерседесов. Здесь есть вот еще вот такой вот Мерин. Есть вон там вот Герик катается за 26 кака. Но, ребята, это очень дорогие тачки. И если я сейчас их буду покупать, то я потрачу все свои деньги. Чего мне, честно говоря, не очень сильно хочется. Поэтому на этом, пожалуй, мы остановимся. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вы обязательно поставите лайк за мои потраченные деньги. С вами был Лоренцо. И всем до скорых встреч.